Всем доброе утро. Сегодня 9 число, и это вид с отеля. Сейчас идем завтракать, а потом, может, и поднимемся, где снег. Взять этот асансер, это как по-русски, лифт, и спуститься, чтобы завтракать. Это такой отель, красивый очень, и там идем завтракать. Очень красиво, люди уже завтракают. Я взяла вот такой сок и кофе колечи. Нас посадили возле окна. И супер, сейчас позавтракаем и поднимемся. Здесь какие черепицы на крыше, это защищено от снега. Видите? Завтракало. А это где можно релакс сделать? Это вообще супер релакс. Смотрите, как классно. Ну-ка помыли. Собачки. Все, сдали отель, потому что нам надо много чего сделать. Да, потому что мы хотим подняться вон туда. Внизу нет снега, где Андорра. Именно это 20 минут на машине надо ехать, чтобы сюда добраться. Мы хотим вон туда. Короче, мокрый снег идет. Но вот так, да? Сейчас я вам далеко поставлю еще. Выглядит вот так вообще. Андорру я обожаю, честно. Мне кажется, что я возле своего дома. Обалдеть, а там какой-то кусочек снега, льда, а чё там? Вау! Видите, какая красота и мокрый снег! Понравилось отель, потому что очень жарко внутри, а на улице холодно просто. Я почувствовала запах зимы, это обалдеть, это просто обалдеть. Мы еще вернемся в феврале, потому что мы работаем. И, конечно, взять надо выходные и сюда, конечно. О, супер. Отель был классный, завтрак был классный. Персонал был супер. И мы довольны. Едем сейчас в Андорру, а оттуда на... сделаем, наверное, снеговичка. Боже, боже, посмотрите. Это все для вас, мои хорошие. Но вот этот снег мокрый, ну хотя бы там капал бы, там... Падает, 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 падает снег, но замедляет свой последний разбег. В доме моем горит одиноко свеча. Сейчас я увижу Катюшу и поцелую я. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Смотрите, здесь, вон, наверху, если посмотрите, есть, смотрите, который поднимает вас, где снег. Вот, вот, вот. Но мы не хотим этого. Смотрите, какая красота. Снег. Смотрите, мы уже в Андорру заезжаем. Desde Pueblo. Это другая погода. Видите, даже здесь в горах снега нет. Поэтому нам приходится искать. Пожалуйста, что здесь дома очень красивые, природа очень красивая. И воздух такой чистый, я вам честно. Я бы хотела бы здесь жить. Здесь снег есть, но очень мало. Поэтому спушки делают, чтобы люди развлекались на эти выходные. Все едут туда, где снег. Ой-ой, смотрите, что это. Какая красота. Видите, белые. О, вау. Си. Смотрите, уже инеем здесь кроется. Да, 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 да. О, вот это мне нравится. Мне уже начинает нравиться это все. Вау. Смотрите, мои хорошие, куда я вас привела. Так что приезжайте в Андорру. Вспоминайте детство. Си. Эй, видишь, спира ке? Динозавры там. Корова на крыше.
Класс.